Экс-супруг Розы Сибитовой Юрий Андреев, которого сваха обвиняла в измене, дал откровенное интервью. Он рассказал о том, что побои были фикцией, и объяснил, почему скандалил с Ларисой Гузеевой. Юрий Андреев уверяет журналистов, что Роза Сибитова все никак не может забыть о нем, хотя они расстались несколько лет назад. Недавно меня вновь приглашали на Первый канал, но я узнал, что там будет Роза, и отказался. Не хочу, чтобы нас с ней ассоциировали, это вредит моей продюсерской деятельности, язык у нее лживый и грязный, заявил Андреев. Роза и Юрий познакомились на сайте знакомств, в то время Сибитова только собиралась заняться сватовством. При встрече Роза очень понравилась Юрию, я увидел перед собой очень энергичную женщину. Небольшого роста, улыбающуюся, с хорошими сисями и попой, беседа была легкой, я поймал себя на мысли, что она мне дико понравилась, мне даже захотелось ее приласкать, признался мужчина. По его словам, Сибитова сама ему позвонила с просьбой повесить полки, он согласился, дело было вечером, я в то время жил на даче, ехать было далеко, Роза предложила остаться у нее и постелила в зале. А сама пошла в спальню, через некоторое время я пришел к ней, рассказал Юрий, до появления передачи «Давай поженимся», Андреев и Сибитова жили вместе около полугода, мужчина отметил, что первый год съемок не принес Розе популярности, а еще Андреев открыл малоизвестное обстоятельство, на месте Ларисы Гузеевой сидела молодая Даша Волга. Однако кандидатура актрисы оказалась куда выигрышнее для шоу. С приходом Ларисы проект обрел смысл и содержание. Прекрасная актриса, некогда красавица, стерва, талантливая язва. На нее можно было смотреть бесконечно, цитирует Юрия Андреева. Собеседник, продюсер сообщил, что Роза Сибитова не сразу наладила отношения с Ларисой Гузеевой. Однако постепенно женщины нашли общий язык, Гузеева тянула Розу в стриптиз-клубы, что мне дико не нравилось, я скандалил с Ларисой по этому поводу, что мне потом вылезло боком. Она при любом удобном случае меня вспоминала в эфире, но в душе я, конечно, люблю Лару, признался Андреев. Продюсер заявил, что скандал с избиением Розы Сибитовой был придуман от начала до конца. Сидели мы как-то с ней на кухне, она вдруг говорит, давай Андрею Малахову напишем, что ты меня избил, я даже фото Андрею отправил сам, и такое началось, ведущую Первого канала избил любимый муж. Муж-тиран, именно тогда и ворвалась известность в жизнь Розы, что поломало ей психику и душу, она изменилась до неузнаваемости, из нормальной женщины, заботливой жены превратилась в глуповатую, недалекую, циничную особу, высказывался бывший муж свахи. Вскоре их отношения испортились, и пара оформила развод. Что касается бизнеса Сибитовой, Андреев высказал уверенность, что сейчас у нее почти ничего нет. Сначала филиалы разбежались, а потом начались проблемы с клиентками. В итоге основной офис и фирму ей пришлось закрыть, рассказал продюсер.